Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу ЮА Миколаїв. Сьогодні вівторок, 28 липня, на студійному годиннику 17.16 розпочинаємо програму «Радіо День». Студія ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 40. На Миколаївщині спостерігається тенденція до збільшення кількості виявлених хворих на вірусні гепатити. Наразі у Миколаївському гепатоцентрі зареєстровано майже 1700 хворих на гепатит Б, в тому числі 12 дітей, і понад 3 тисячі з гепатитом С, серед яких 29 дітей. Такі дані озвучила директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова під час круглого столу, що відбувся 22 липня в обласному центрі громадського здоров'я. Які особливості виявлення гепатиту у дітей, що заважає якісному лікуванню, як запобігти інфікуванню дитини вірусними гепатитами, про це поговоримо сьогодні. В нашій студії лікарка-інфекціоніст імуноінфекційного відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Любов Качаліна і директорка Миколаївського міського благодійного фонду «Вихід» Олена Горячева. Вітаю вас, доброго дня! Сьогодні, до речі, 28 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 1 мільйона щорічних смертельних випадків обумовлено вірусними гепатитами. Кожна третя людина у світі, тобто близько 2 мільярдів, інфіковані вірусом гепатиту Б, а кожен 12-й живе з хронічною інфекцією гепатиту Б або С. Також, за даними ВООЗ, Україна відноситься до країн з середнім рівнем поширеності вірусних гепатитів. Приблизно 3% населення живуть із цим захворюванням. Поряд з цим, як повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я України, офіційна статистика наразі відстає від реальних даних. Отже, що ж таке вірусні гепатити, які є види і чим вони відрізняються, Любов Іванівна? Добрий вечір. Значить, хочу сказати, що вірусні гепатити – це заболівання печені воспалительного характеру, визване вірусами. Якими вірусами? Віруси можуть бути самі різнообразні. Значить, на уровне сейчас, вот как мы развиты наши возможности наши, да, тесты наши, значит, это гепатит А мы определяем, да, это тесты, благодаря тестам, которые имеются, вирусный гепатит Б, С, да, угу. Это основные, А, Б и С. Но мы знаем, что наука движется дальше, поэтому их очень много возбудителей. ТТВ, Д, Е, G, F гепатит, их очень-очень много. Ну, все зависит от возможности. Может, пройдет много лет, не знаю, 20-30 лет, и будут еще найдут какие-то вирусные гепатиты, о которых мы сейчас не имеем понятия. Вот. То есть это воспаление клеток, гепатит, да, воспаление клеток печени, вызванное вот этими вирусами. А какая вот разница между ними? Очень большая. Выдавы? Очень большая разница, скажем, вирусный гепатит А. Вы знаете, что года два назад была вспышка, да? Вот. Это вирус, которым мы заражаемся, фекально-оральный путь передачи, да, или водный, или чаще всего водный. Поэтому мы говорим, воду обязательно кипятить, да, где бы вы ни брали. Через фильтры вирус проникает, какой бы он там ни был. Вот, поэтому обязательно кипячение воды, обязательно мыть руки хорошо, да, и обязательно использовать пищу, воду кипяченую и так далее, и так далее. То есть водный путь передачи в основном. Но протекает, хочу сказать, благоприятный вирусный гепатит А, не дает хронизации процесса, может быть затяжное течение, но это 3-6 месяцев, и больной все равно выздоравливает и без последствий. Раньше еще земские врачи не имели возможности, да, вы знаете, отличать какой вирус, так. И называлась просто болезнь Боткина, да, вот, почему, потому что появилась желтушность кожных покровов, икторичный склер,
темный цвет мочи, обесцвеченный кал, температура, слабость, увеличение печени. Вот это основные симптомы такие ставили болезнь Боткина. Сейчас уже, конечно, этот диагноз не ставится, он уже забыт. И очень серьезные гепатиты B и C, да, это гепатиты, которые основные пути их передачи, это три основных пути передачи. Это половой путь передачи, это вертикальный путь передачи от матери к ребенку, и это парентеральный, то есть инъекции, угу. Да, инъекции, когда кровь попадает в кровь, кровь больного попадает в кровь здоровому, он, естественно, заражается. Чем же они отличаются? Ну, гепатит B, скажем так, его сейчас меньшее количество, да, но это связано, что начали прививать от гепатита Б, и он, ну, эта прививка внесена в календарь прививок последний. Это очень важно, это очень важно. Прививаться нужно всем обязательно. Вот. И вы знаете, там трехкратная прививка. Вот при рождении угу. в первый день прививается, потом 2 месяца, 6 месяцев. Если человек не привит, он должен также точно привиться. Сделать инъекцию, да, потом через 2 месяца и через 6 месяцев привиться. Вот тогда он защищен от этого вируса. Значит, хочу сказать, что заболевание-то не уменьшилось, а можно сказать, даже увеличилось. Да? Почему это произошло? Почему это произошло? Ну, это и сексуальная революция дала свое, потому что половые контакты, да, вы знаете, разные, и поэтому вероятность заражения очень большая гепатитом Б. Это и 70-е, 80-е годы, когда приливали кровезаменители и кровь бесконтрольно, угу. да, еще не было у нас тестов, чтобы определить, заражена кровь или нет. Это сейчас уже обязательно проверяется кровь и проводится карантинизация до 6 месяцев, да, то есть донор сдал кровь, через 6 месяцев хранится этот, скажем, альбумин в холодильнике, через полгода обязательно донор должен прийти, его надо обследовать, и уже эту кровь мы можем применять, или кровезаменитель. Почему это делается? Такая вот особенность, что гепатит B и C, вы, скажем, заразились, да, но где-то вот гепатит С, где-то 150 дней считается, вот по последним научным данным, идет серонегативное окно. То есть это означает, что у вас вирус есть в крови, его небольшое количество, вы уже опасны для окружающих, вы можете заразить, но тест еще не показывает, что вы уже заражены, а вы, скажем, сдаете кровь и так далее, то вы угу. можете заразить. Но гепатит Б все-таки он протекает более классически, то есть и желтушность кожных покровов, я уже сказала, температура, темный цвет мочи, температура, обесцвеченный кал, увеличенная печень, боль в животе, рвота, тошнота и так далее, и так далее. Эктеричный склер. То есть уже как-то мы можем его определить. Но хочу сказать, что гепатит Б протекает меньше процент хронизации, где-то 10-15%. Тот, кто переходит в хроничную форму. Да, острый процесс, обязательно это важно пролечиться, но есть и безжелтушные формы, но их мало. Вот, обязательно нужно пролечиться, чтобы не было хронизации, и затем уже наблюдаться у инфекциониста и через полгода сделать вирусную нагрузку обязательно, потому что может быть хронизация процесса. Это сейчас входит обязательно. Нужно делать, протоколы входят. Вот. Значит, по гепатиту С. Дело в том, что это вот его называют ласковый убийца, да? Те же самые пути передачи, но этот вирус, к нему не могут подобрать прививку, потому что он меняется очень часто, да, очень меняется, и подобрать, вот сколько уже ученые Америки занимаются этим, сколько лет, и не могут сделать вакцину. То есть это неуправляемая инфекция. Если гепатит Б мы считаем управляемой инфекцией, это неуправляемая инфекция, те же пути передачи, и дело в том, что вы заразились, где-то 150 дней идет серонегативное окно, ни клиники, ничего, и дальше клиники нет. Вы уже заболели, вы уже болеете, а клиники никакой нет абсолютно. Про це людина не знает. Да, ничего не знает, десятилетиями не знает. И когда уже начинается боль в животе, какое-то недомогание, это системное заболевание, я хочу сказать, гепатит С, поражаются все органы и системы, сосуды, особенно сосуды, мелкие сосуды, в частности почки. Это заболевание приводит к острой почечной недостаточности,
области. Гломерулонефрит – это очень серьезное заболевание, и смертность очень большая. И когда уже мы находим, да, оказывается, там уже и гепатокарцинома, то есть злокачественная опухоль уже, или цирроз. Что такое цирроз? Это когда клетки уже полностью разрушились и заместились соединительной тканью. Тобто и практично це вилікувати вже. Да, уже это невозможно вылечить. Наскільки часто на вірусні гепатити хворіють діти? І взагалі, чи знаємо ми реальну картину? Конечно, реальную картину мы не знаем. Мы только знаем тех, которые обращаются с острым процессом. Понимаете? Острый. А, как скажем, гепатит С – это первично-хроническое течение. И хронизация до 85%, 80-85%. То есть острый процесс очень редко. Вот за мою практику только один ребенок был, полтора месяца ребенку, который заболел гепатитом С. И острый был процесс, мама медсестра. Поэтому она сразу же обратилась, она знала, что она болеет хроническим гепатитом С, и были высокие трансаминазы, то есть цитолиз, ну, скажем, там в норме 40-50 должно быть цитолиз, а у этого ребенка было 3,5-5 тысяч. То есть полное разрушение идет печёночной клетки. Там отправляли его в Киев, ребенок выжил, и уже сейчас взрослая девочка. Поэтому истинную картину хронических гепатитов мы не знаем вообще. Понимаете, как? Ну, вот за границей так ситуация обстоит, что обязательно только больной переступает порог клиники, больницы, куда он обращается, он сразу должен обследоваться на ВИЧ и на гепатит. Обязательно. Потом уже начинают дальше думать, что с больным и так далее. То есть это сейчас болезнь века. Вот. И вообще каждому человеку нужно один раз в год проверяться на, есть ли у него вирусный гепатит В и С. Это обязательно. Потому что заразиться вы можете где угодно. Это маникюры, это педикюры, да, это сейчас тату, да, вот это все. Дальше манипуляции. И, значит, в группе риска, конечно же, медработники. Особенно медсестры, которые манипуляционные, которые делают инъекции, внутривенные инфузии проводят, которые работают с кровью. Это хирурги. Это отделение гемодиализа. Вот в отделении гемодиализа очень большой процент медработников инфицирован гепатитом В и С. Поэтому, а як діти можуть підхопити ось ці хвороби? Ну, во-первых, раньше був такий приказ, що мами, і сейчас, конечно, уже его подзабыли, гинекологи, когда и семейные сейчас врачи, да, уже не участковые, а семейные врачи, обязательно беременных женщин нужно обследовать на ВИЧ, на гепатит В и С. Это обязательно. И если вдруг обнаружен там HBS-антиген или гепатит С, эта больная должна быть направлена к инфекционисту обязательно, потому что риск заражения ребенка очень большой. Эта мама должна наблюдаться обязательно, проконсультироваться у инфекциониста. И такой есть приказ, что женщина, которая рожает, и у нее хронический гепатит Б, да, или С, или же HBS, антиген обнаружен, но не обследован, диагноза нет, да, только вот HBS. Обязательно ребенок должен быть привит первые 12 часов от гепатита Б. Вот это спасает, очень спасло очень много человеческих детских жизней. Вот этот, эта прививка. Потому что я еще работала, когда не было обязательное прививание, прививки вот эти, и поступали дети до года. Это чаще всего очень тяжелые, уже с печёночной недостаточной, печёночной коми, и смертность очень высокая была. Поэтому это обязательно. И дети, рожденные от мамы с гепатитом В и С, должны наблюдаться обязательно семейными врачами, инфекционистами до 18 месяцев. То есть как ВИЧ-инфекция. Да? Вот мама наблюдается, ребенок, мама, скажем, ВИЧ-инфицирована, также и гепатит В и С до полтора года. Да? Там определяют и печеночные пробы мы определяем, определяем количество вируса в крови обязательно. И наблюдаем, есть ли обострение, есть ли ухудшение состояния, потому что очень часто, может быть, ребенок может инфицироваться во время родов. Тобто дуже мало зараз дітей обстежується, так? Звісно. Обстежується дуже мало. Настороженості, виявити, да, настороженості в плані цієї інфекції дуже, дуже маленька настороженість. А потрібно завжди пам'ятати, це дуже серйозна інфекція. І найстрашніше, що хочу сказати, що немає санепідслужби.
которая все-таки проводила контроль в очагах инфекции, да, и этого сейчас нет. Поэтому никто не контролирует, ситуация неуправляемая, и то, что говорят, что санэпидслужбу восстановят, вероятность очень низкая, потому что последние 5 лет уже институты не выпускают эпидемиологов, закрыли полностью эти факультеты. И нет эпидемиологов. Те старые, которые были уже или на пенсию ушли, рассчитались, или переквалифицировались. Так что эта служба возобновить очень сложно. И полная, так сказать, контроля нет за этим. Так, якщо говорити про профілактику, Олено, які програми з профілактики вірусних гепатитів впроваджуються фондом? Наш фонд реалізує 2 програми, зв'язані з с диагностикой гепатита С. Одна программа – это как составляющая часть общей программы снижения вреда, так называемая, снижение вреда от внутривенного употребления наркотиков. И мы работаем на улицах, в стационарных пунктах у нас есть. Мы там проводим консультирование по тестированию на ВИЧ-инфекцию быстрыми тестами. И у нас вот недавно появились тесты на гепатиты С. Ну, то есть мы не так давно эту услугу начали оказывать, поэтому количество как бы людей еще выявленных у нас пока что никого нету. И вторая программа, так называемый проект HealthLink, ну, так называется, он так по всей Украине реализуется. И в рамках этой программы мы тоже работаем с медицинскими учреждениями. У нас 20 медицинских учреждений, которым мы передаем быстрые тесты на ВИЧ-инфекцию и на гепатит С. И здесь вот мы недавно достаточно, там в феврале в этом году, вот нам, к нам эта услуга подключилась, тестирование на гепатит С. Медицинские работники предлагают по медицинским показаниям, предлагают людям пройти этот тест. И хочу сказать, что мы вот за это время уже провели 200 с небольшим там тестов, и больше 5% из этих тестов положительные. То есть мы там, мы 11 человек выявили, ну или выявили, показали, да, что людям рассказали, что у них есть гепатит С. Дальше мы, наша программа, мы перенаправляем их, ну, врачи перенаправляют их или по месту жительства к инфекционисту, или в инфекционную как бы больницу. Да, то, что колышню, там, да, инфекционную, да, лекарную. Ну, как да. бы сейчас она там по-другому называется. Ну вот, в принципі, от це наші програми такі. Так. Директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова під час круглого столу озвучила декілька проблем, які заважають якісному лікуванню хворих на гепатити. Зокрема, є претензії до переліку препаратів, що закуповуються на державному рівні, і до своєчасності поставок ліків. Але однією з головних проблем вона бачить відсутність на загальнодержавному рівні єдиної стратегії лікування хворих на вірусні гепатити та загального реєстру таких хворих. Пропоную зараз послухати пряму мову, а потім продовжимо. На сьогодні проблеми вже озвучила Лариса Сергіївна, вони перекликаються з нами, тому що це єдина якась стратегія, яка б включала в себе єдиний реєстр дійсно по Україні. На сьогодні немає доступу, ви знаєте, що є багато переселенців, але вони не мають статус переселенця і жителя області. Є люди, які прописані десь, але мешкають в Миколаївській області, на жаль, я не можу по закону призначити їм терапію, це теж проблема. Якщо б у нас був такий єдиний реєстр, можна було від імені реєстру означати цю проблему, що людина у нас лікується, все ми передаємо дані до тої Луганщини, чи куди там, да, чи Івано-Франківськ, які питання. У нас була навіть така проблема, що людина бігала, питалась прописатися в Миколаїві, щоб отримати лікування, розумієте? Тому що десь на Дніпропетрівщині їй відмовили в лікуванні. На сьогодні у нас з'явився вже апарат УЗІ, це звичайно не фіброскан, але ж краще, ніж нічого. На сьогодні лікарня, я вже казала, немає змоги обстежити ПЛР, але, ну, крім осіб, які ми надаємо в першу чергу, це учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, вони без черги отримують лікування. Також люди, у яких фіброз 3, звичайно, вони без черги отримують лікування. Люди з нульовим фіброзом, вони йдуть
йдуть, вимушені чекати черги, поки не дійдуть препарати. Але на сьогодні майже це, ну, намагаємося так робити, розумієте, десь йти на такі. Коли приїздить депутат, то ми йому пропонуємо, ми вам схему розпишемо, йдіть собі купіть, за що вони нас не сильно полюбляють, але по черзі получить людина, яка не може собі дозволити купити цей препарат. І більш-менш у нас рухається з місця, і більш-менш у нас добрі показники по лікуванню. Так, якщо говорити про лікування дітей, які... Які тут зараз ми маємо телефонний дзвінок, навушники не зараз почуємо. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго здоров'я. Подскажите, пожалуйста, от сьогодні міністр здравоохранення говорив, що області, які в жовтій і зеленій зоні, можуть відкривати дитячі оздоровительні лагеря. Миколаївська область, в якій зоні? Спасибо. Ну, це не зовсім не по темі, власне кажучи, нашої розмови. Можливо, в інших програмах ми про це будемо розповідати. Так, і це до інших фахівців, мабуть, питання. Про лікування дітей. Що у нас відбувається, Ольга, Любов Іванівна? Хочу сказати, що з 2011 року була програма. Министерство здравоохранения была целая целевая программа по лечению хронических гепатитов Б и С. Для этого выделялись деньги, и мы лечили детей. У нас был реестр в детской областной инфекционной больнице, проводилось лечение. Препараты, которые мы применяли, это лафиробион, это один из первых препаратов деткам внутримышечно, подкожно применяли этот препарат. Ну, результат, скажем так, был 50 на 50. Не очень хорошие результаты, но все-таки 50% детей вылечилось, и потом они наблюдались 2, 3, 4, 5 лет, и не было возврата, так сказать, этого заболевания, вируса. И уже последняя программа была, мы получили и протоколы лечения, мы получили от Министерства по лечению хронических гепатитов В и С, это пегилированными интерферонами и рибавирином, то есть комбинированная терапия. Вот. Но результат здесь лечения был намного больше, где-то 80-90% детки получили необходимо. Это очень дорогое лечение было, это все было за счет государства. Но единственное, что обследование. Обследование тоже, конечно, дорогое, потому что до начала лечения нужно обязательно определиться, кроме печёночных проб, то, что мы делали бесплатно, это вирусную нагрузку, насколько количество вируса много или нет. Это обязательно нужно было и фибротест пройти, то есть насколько цирроз есть в печени или нет. Вот, это все дорогие исследования. И генотипирование очень важно, потому что генотип первый тип, он очень тяжело лечится, и 48 недель получают они лечение, эти детки получали. А при генотипе первом и третьем, он более благоприятный, 24 недели. А вот. Що з фінансуванням, власне? А сейчас программы, планируется программа, но финансирования пока нет. И разговор о том, что будет финансироваться эта программа, пока тоже ничего не слышно. А як же ж лікуються ці дітки? Значит, и протоколов лечения этих, то есть новые препараты уже таблетированные, которые разработаны за границей, но эти препараты по инструкции до начинается уже лечение с 18 лет. Только с 18, это не безразличные препараты, они токсичные, вот. А разработок по применению детям, ну, статьи есть, но мы не имеем права опираться, мы не знаем, как дальше этот препарат, так сказать, прореагирует в организме. Поэтому протоколов нет и программы как таковой нет. Ну, тобто за власні кошти, да? А за власні кошти это очень дорого. Это... Так. И их нет, этих, они лицензированы, я не могу себе сказать. Но знаю, что год назад не были лицензированы эти препараты, как сейчас. Но для детей, говорю, ни программы нет, ни инструкций, ни протоколов, ничего нет. Так что как дальше будет? А ситуация очень серьезная. Особенно гепатит С считается вот уже в мире, это 9% населения инфицировано гепатитом С. То есть это каждый десятый инфицирован гепатитом. Истинной картины мы у детей не знаем. На учете около 60 больных сейчас состоит. Детей? Да, именно детей. Угу.
Так, ну що ж, ну доводиться на такій сумній ноті завершувати нашу програму. Буду вам дякувати. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лікаркою-інфекціоністом Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Любов'ю Качаліною і директоркою Миколаївського міського благодійного фонду «Вихід» Оленою Горячевою. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».